Так, друзья, всем привет! Сегодня 27 марта 2016 года. Сегодня я решил поснимать природу. Вот. Сегодня погодка классная, вообще отличная. И вот решил поснимать. Небо, видите, чистое какое. Вообще ни единой тучки. Солнышко он светит. Вон вдалеке Останкинская телебашня виднеется. Вот, я решил поснимать хорошую погодку. Вот когда погода хорошая, и настроение сразу поднимается почему-то. Вот, я не знаю, какая тут взаимосвязь, но вот даже вот ничего не меняется, вот, к примеру, ну, в жизни, да, но вот все так же. Но вот всегда себя по-разному чувствуешь, когда плохая погода и когда хорошая погода. Всегда, когда хорошая погода, всегда себя душевно намного лучше чувствуешь. Это, наверное, все-таки солнышко так положительно влияет на человеческий организм. Вот. Я, короче, тут гуляю. Ну, это вот рядом с работой. Тут гуси. Давайте вам гусей покажу. Как они кричат, гогочут гуси. Такие прикольные они вообще, блин. Грязные, правда, какие-то, все какие-то чумазые. О, шипят еще что-то. О, замолчали, перестали гоготать. Вот видите, в Москве держат гусей. Прямо в самом городе. Это не окраина Москвы, а именно недалеко от центра. Вот, я говорю, вот я вам покажу еще раз Останкинскую башню. Вот она, видна. Вот видите. Тут еще кое-где снег еще есть. Вот. Ну так уже в основном все тает. Ну вот тут озеро такое небольшое. Тут еще лед еще не растаял, еще есть. Лед. Вот видите, еще не все растаяло. Вот, а здесь такой островок красивый, такой посередине озера. Сейчас пройдемся по островку, прогуляемся. Я говорю, небо чистое-чистое вообще. Вот, смотрите, ни единой тучки нет вообще. Все чисто-чисто. Уже кое-где и травка зеленая. Вот уже цветочки начинают появляться. Вот смотрите. 27 марта уже начинают появляться цветочки. Это, наверное, эти цветы, как их? Это, наверное, эти одуванчики, да? Или как, или мать и мачеха. Вот, вот еще цветы уже расцвели его. Ну вот они.
улочки красивые. Вон там люди какие-то отдыхают. Я говорю, сегодня вообще тепло, так нормально было. Ветер, правда, еще немножко прохладно, но так вообще нормально, тепло. Можно уже шашлыки жарить. Вон деревце тут такое красивое. Тут мостик, правда, такой без перил. С одной стороны есть перила, и то не везде. А с другой стороны вообще нет перил. Вот, Игорь, так что погода классная, и настроение сразу улучшилось. Ну, вот опять гуси загоготали. А солнце прям в глаза светит вообще. Я говорю, у меня всегда настроение повышается, когда хорошая погода. Вообще у меня на душе становится радостно. Вот такие вот дела. Ну ладно, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся. Thank you.